Здравствуйте, друзья! Сегодня The Elder Scrolls Online получит новое большое дополнение. В Gold Road придется защищать Тамриэль от доэдрической принцессы Ителии и ее последователей. Аддон принесет лесной регион Западный Вельт из Обливион с обновленным городом Скинградом, систему создания способностей для каждого класса, а также свежие подземелья врагов, боссов и снаряжение. Песни в честь героев меча и магии можно петь бесконечно. Совсем недавно до полноценного релиза добралась Sons of Conquest, а 4 июня в раннем доступе выйдет другая стратегия в духе легендарной серии Sons of Silence. Спасать нужно сразу два мира, которые поглощает неумолимое безмолвие. Управление королевством происходит в пошаговом режиме, а сражения в реальном времени. Бои автоматические, вмешательство игрока ограничено применением карт умений. За атмосферу мрачной сказки отвечает визуальный стиль в духе Альфонса Мухи и саундтрек от Хитоси Сакимото, композитора Final Fantasy XII, Tactics и Valkyria Chronicles. На старте обещают все основные механики, 4 карты кампании, мультиплеер и русские субтитры. Одновременно дилогия Destiny достигнет кульминации своего сюжета. Дополнение «Финальная форма» к Destiny 2 завершит войну света и тьмы и добавит новую сюжетную кампанию, особые умения стражей, оружие, экипировку, а также подкласс призмы с комбинациями стихий, дающими уникальные способности, и враждебную фракцию мороков с летающими, замораживающими и другими противниками. На этом история сиквела не закончится, но как именно продолжит сюжет, пока неизвестно. В тот же день черный бриллиант киноклассики категории «Б» «Клоуны-убийцы из космоса» 88 года превратится в асимметричный онлайн-хоррор в духе «Dead by Daylight». Три кровожадных циркача будут охотиться на семерых землян на случайно сгенерированных картах, используя уникальную механику пряток. Конечно, атака клоунов — это совсем не Джордж Лукас. Ожидания лучше поумерить. Но для разработчиков из Illphonic это важный шанс исправиться. Полгода назад они навсегда закрыли свою провальную игру по мотивам «Пятницы 13-го» в том же жанре. В среду фанатов пошаговых стратегий отправят в Неолит. The Ancients позволит пройти весь путь от рода племенного строя до цивилизации. Под контролем игрока племя охотников-собирателей должно пережить столкновение с чужаками и дикими животными в гексагональных тактических сражениях, выстоять в суровых условиях ледникового периода, развить собственную культуру, язык, религию и мигрировать в другие земли. Четверг подкинет Алдам повод вспомнить The Movies. В симуляторе управления голливудской киностудии Blockbuster Incorporated снова предстоит контролировать все аспекты производства фильмов. Наем специалистов, планирование бюджета, строительство павильонов и площадок, маркетинг, ну и, конечно, сами съемки. В субботу мастера исторических стратегий из французской Ajot выпустят амбициозную Field of Glory Kingdoms. Антураж — Европа, Северная Африка и Ближний Восток образца высокого средневековья. Игроки возглавят королевскую династию и будут сражаться, заботиться о своей нации и укреплять веру подданных. Всего в игре 4,5 сотни фракций, почти столько же юнитов. Поклонников серии может заинтересовать интеграция с Field of Glory 2 Medieval. Результаты сражений из нее разрешат перенести в новую часть. Пройдемся по недавним релизам. В раннем доступе успешно стартовала песочница-выживалка Soul Mask. Украинская Campfire предлагает создать собственный клан в фэнтезийно-первобытном мире, где умения персонажей передаются с помощью ритуальных масок. Игру называют прокачанной версией Conan Exiles и хвалят за интересные механики, продуманную симуляцию жизни в племени, умных NPC, гору контента и удивительную для ранних релизов отполированность. Все это помогло ей сходу влететь в топ-продаж Steam и собрать больше 30 тысяч одновременных пользователей. Пора становиться новым хитом жанра. Как тебе такое, Souls Mask? Тем, кто хочет заново пройти первую Dark Souls и при этом не боится слов «ремастер» ремастера, стоит скачать бесплатный графический мод от энтузиаста From SoftServe. Он заметно улучшает текстуры, освещение, отражение, тени и другие элементы в переиздании 2018 года. Устроить себе хардкорные испытания можно и в симуляторе машиниста поезда на Транссибирской магистрали.
Реалистичный режим пока хромает, зато имеются сюжетный с миссиями от мафии, перестрелками, прогулками и охотой на диких животных, и выживание с показателями здоровья и заданиями на перевозку. Разработчики из польской команды Pentacle довольно подробно воссоздали управление советским электровозом ВЛ-10 и железнодорожное движение, а 220 километров маршрута Новосибирск-Литвиново представили в масштабе 1:1. Еще здесь есть калаш и водка, а это серьезная заявка на победу. С таким набором ни один CJ не догонит ваш чертов поезд. Также отметим Flathead — настольный логический хоррор с вариацией азартной игры «Больше или меньше» в эстетике VHS, продолжающий традиции Inscription и Buckshot Roulette. Безумную карточную космооперу с элементами роглайка Z-Zillions. В ней несколько колод, необычные механики, сотни комбинаций карт и зильно много мемов. И Pine Hearts — милое приключение в духе Зельды в туристическом парке, скрывающее за своей наивной картинкой трогательную историю об утрате. На этом все. До встречи в следующем выпуске Games Blender, друзья!